Всем мирабаба, вы на канале Turkey Space, я Владимир. Я Олеся. Это наш компаньон Нокта, знакомьтесь. И сегодня мы расскажем вам, как зарабатывать кэшбэки за покупки в Турции. И речь пойдет о картах именно турецких платежных систем. Ну что, интересно? Тогда погнали. Если покупаете подписки YouTube, Spotify, Netflix, то выгодно их оплачивать предоплатными картами Papara. Эти карты работают по всему миру, ими можно оплатить, например, Airbnb, что никак не сделать дебетовой картой банка в Турции. Papara доступна всем, и владельцам ВНЖ в Турции, и туристам. Лимит на пополнение при подтверждении личности прямо в приложении до 50 тысяч лир в месяц. Доступны переводы из банков Турции, PayBan и много чего еще. Вообще, кто не знает про эти карты, можете глянуть видео вот тут. Мы про нее рассказывали очень подробно. И вот, кстати, сайт, чтобы ознакомиться со всеми условиями, прям вот непосредственно на сайте. Есть также и мобильное приложение на английском языке. Не на турецком, а на английском, что очень удобно. А еще у самих банков есть бонусные программы. Нужно просто порыться в приложении, чтобы их включить. Мы, кстати, на эту тему вот шорт записывали. В описании к видео мы приложим ссылку на этот шорт. Так вот, есть базовые бонусы от банков. Они чуть-чуть и даже как-то незаметно падают за покупки. Этими баллами всегда можно расплатиться в BIM, Shock, Migros, Carrefour или A101. Бонусы периодически сгорают, поэтому лучше их тратить. А есть и не базовые бонусы, а всякие акции. Чтобы их активировать, нужно открыть дополнительные приложения банка и в нем их включить. Ну а мы, в свою очередь, быстренько их перечислим. Денис Банк в приложении Денис Картын. Иш Банк Оси – приложение Максимум Мобил. Гаранти Банк – приложение Бонус Флэш. Зираат Банк Оси – Банк Карт Мобил. В Акиф Банке – это раздел Джепте Казан, прямо в основном приложении. И вот у Вакиф кэшбэк он прилетает, допустим, лирами, а не бонусами, например. Как же активировать бонус у Акиф Банк, вы найдете видео в описании под видео. По вот этим видео мы приложим ссылку. Все приложения доступны на Android и iOS. Ну что ж, пользуйтесь, кэшбэки небольшие, но все же бесплатные, а как говорится, хорош лиру бережет. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить полезное видео. Нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Обратная связь в комментариях и через почту, указанную под видео. При желании вы всегда можете воспользоваться функцией «Суперспасибо» и поддержать наш канал. Если вам нужна помощь в аренде квартиры, пожалуйста, обращайтесь на наш сайт, указанный под видео. Обняли, подняли и немножечко хрустнули. Чтобы было приятно. Всем пока. До свидания. Пока.